Ребята, всем привет! Давно не снимали видео. Хочу вам показать новую версию рюкзака. Это рюкзак на две секции для одновременной переноски винтовки с насосом. В принципе, конструкция та же, только добавилось и еще одно отделение. Также ручка, две ручки, крепкие лямки, мягкая спинка. Рюкзак выполнен в сером цвете. Минимальный размер для заказа — это 650 на 300. То есть мы ориентируемся по насосу. Три кармана с прямой молнией. Это я для себя сделал рюкзак. Ну, давайте покажу вам более детально. Бегунки. Открываем. К спине отдел с насосом. Но по желанию могу сделать по-разному. Насос Китай обычный. Убираем. Вот он четко ложится. Здесь липучки. Фиксируем. Все, вот так лежит насос. Закрываем. И отдел для винтовки. Все так же. Карман-конверт, липучка, резинка. Карман под документы. Всем привет. Укладываем винтовку, фиксируем липучками и резиночка на модератор. Все зафиксировано, ничего нигде не болтается, все хорошо переносится. Конструкция примерно со всеми делами весит под 10 килограмм. Я сегодня с ним ходил, все крепко, ничего не трещит, швы все отлично удерживают. Через спинку не чувствуется насоса, то есть по спине ничего не бьет. Вот. Ну и карманы. Карманы достаточно большого размера. Вот вещи, которые я переношу. То есть обязательно кошелек. Тальномер. Пульки. Еще вот у меня такой боксик под пульки, чтобы не гремели. Ну и барабашки. Все убирается, все отлично, гармонично смотрится, все крепко. Вот так, повторюсь, можно будет заказать размером от 650 миллиметров в длину, и уходим дальше, можно сказать, до бесконечности. Все, всем спасибо за внимание, пишите, заказывайте.